Сколько мы знакомы, Кен? Я хоть раз нарушал обещание? Ты сядешь за руль в гонке Лиман. Если закроешь рот и не будешь вмешиваться. Ладно. Иди сюда! Привет, Шелби. Привет, Молли. Хрен тебе. Да пошел ты. Вот и все, ребятки. Феррари побеждает в гонке 24 часа Лимана 5-й год подряд. Мистер Форд, Феррари просил передать вам, сэр. Что он сказал? Что Форд делает мерзкие машинки на мерзких заводиках. И что вы жердяй, сэр. Мы похороним Феррари на Лиман. Значит, великий Кэрол Шелби хочет создать машину, способную обогнать Феррари на базе Форда? Точно. И сколько ты им сказал, тебе нужно времени? Лет 300? 90 дней. Форд не выносит таких, как мы, потому что мы другие. Говорят, он с норовом. Кен? Нет, Кен у нас лапочка. Это ужас! Если есть недочеты, компьютер их найдет. Неси скотч и моток шерсти. Что они делают? Делают вашу машину быстрее. Вот это другое дело! Кен Майлз и Форд несовместимы. Мы в шаге от победы. И ты говоришь, что у меня не будет лучшего в мире пилота? Назови хоть одну причину не увольнять всех, начиная с тебя. Что ж, сэр, мы легче, мы быстрее. Если это не поможет, мы злее. Давай, Карл, воюй. У тебя есть план? Рискованный. Я думала, главное выиграть эту гонку. Будь это конкурс красоты, мы бы проиграли. Внешность не главное. Играешь на Кубке Дэвиса или на Уимблдоне? Бьорн! Идеальное соперничество. Один за чертой, другой у сетки. Теннис не тот вид спорта, который подойдет каждому. Мистер Борг, что вы чувствуете, зная, что войдете в историю, если выиграете 5-й Уимблдон? Никаких особых чувств. Я волнуюсь, тренер. Единственное, что стоит между Боргом и рекордом, это ты. Трудно представить более разных людей, чем вы с Боргом. Он что, прячется за сценой? Сейчас выпрыгнет из засады? Макенрой более талантлив. А играть с Боргом все равно, что получить кувалды. Чего ты ждешь от тенниса? Хочу стать лучше. В Швеции? Нет, в мире. Как вы ответите на слова Макенроя перед турниром, что Борг-машина скоро сломается? Я просто человек, а не машина. Легких игр не бывает. Но люди в это не верят. Давай, Бьорн. Ты звезда, Бьорн. Нам тоже нелегко, Бьорн. Вопрос, идиот! Ответь на вопрос! Мяч был на линии! Там остался след! Ты не понимаешь, что такое играть в теннис. Заткнись! Но ведь публика на корте, я полностью отдаюсь игре. Я всего себя оставляю на чертовом корте. Откуда вам знать? Вы не теннисисты. Ярость, страх, паника. Вот что ты чувствуешь. Вкладывай их в каждый удар. Все здесь, Бьорн, вот здесь. Весь мир замер в ожидании этих двух великанов. Двух гладиаторов. Приготовиться? Давай. Вы научитесь тому, чему нельзя научиться в классе с учебником. На этой реке вы научитесь быть командой. Я ваш новый тренер, тренер Мерфи.
Тебя недавно перевели. Крис, верно? Да. Мой папа служил в армии. Он никогда не говорил об этом. Какое-то время я тоже. Вы, как никто, знаете, что для Белстона гребли. Наши спонсоры и попечители ждут результатов. Сынок, это был просто позор. Обещаю, мы будем трудиться. Ты на него запала? Нет. Ого, ладно. Привет, Крис. А это не скучно целый день грести? Скучно? Да я бы жил на реке. Давай! Вы научитесь самому важному в своей жизни. Как работать вместе? Эй, как достичь невозможного? Так ты лидер этой команды? Да. Почему? Потому что у меня лучший результат. Лучший результат? Это показатель выносливости, сынок, а не лидерство. Греби. Знаете, может, он и правда лучше. Нам не победить. Ты это знаешь. Они пойдут за тобой, если ты поведешь. У нас еще одна группа. Кто со мной? Я не забыл. Я помню каждый день. Я верну свое место. Нам нужна эта гонка. Гребите с гордостью! Человек не острый. Каждый из вас должен выложиться на полную. Гонка на пределе. Каждый из нас помнит, кто был самым крутым на районе. А как насчет самого крутого на планете? Вот это нам и предстоит выяснить. Брэндон, это я, папа. Зачем ты пришел? Томми вернулся. Он что, хочет увидеться? Я горжусь тобой, Томми, и тем, что ты сделал ради того парня. А как еще надо было дать ему сдохнуть? Томми Риорден, ты спас мне жизнь. Брэндон, пойми, у банка новая стратегия. Суды на жилье, у тебя полный бардак. Сколько тебе нужно? Я здесь ненадолго, Фрэнк. Я только хотел, чтобы ты меня натаскал. Ты не шутишь? Мочи! Мы же договорились, что это конец. Что у нас семья. Что тебя не будут избивать. Брэндон, ты преподаватель. Тебе не место с этим зверьем на ринге. Я был одним из этих зверей. Кажись, забыл указать в резюме. От режиссера фильма «Чудо». Скоро большой чемпионат. 16 лучших бойцов в мире. Победитель получает все. Мне нужен тренер. Не скажу, что ты подавал надежды. Фрэнк, помоги мне. Я должен защищать семью. Все, что я делаю, ради них. А что у нас тут происходит? Папочка превратился в принцессу. Ты нужен был мне, маме. Ты старший брат, который меня кинул. 16-летний пацан, да чего я тогда понимал? У тебя был выбор, был, понял? Встречайте! Воин Томми Риорден, сенсацией нынешнего сезона против Брэндона Конлона, учителя физики! Ты справишься. Скажи сам. Я справлюсь. Это невероятно! Борьба за титул чемпиона развернется между братьями! Мочи! Ты пришел победить или нет? Если нет, все было зря. Воин. Есть ложь, которую успокаивают себя все пилоты. Смерть — это то, что бывает с другими. Что за люди занимаются этим делом? Каждый год двое из нас погибают. Джеймс — безбашенный гонщик. Ники — гений по части машин. Я знаю, всегда есть 20% того, что я могу погибнуть. Гонять на скорости 270 км в час — это бомба на колесах. Я быстрее вас всех. Давай проверим.
Я отвечаю за то, что произошло. Да. Но ты отвечаешь и за то, что видит твои победы. Я решил снова сесть за руль. Я чемпион мира. И скоро стану им еще раз. Я сделаю его. Даю слово. Такая жизнь прекрасна. И только так можно ездить. Чем ближе к смерти, тем острее чувствуешь жизнь. Эта игра словно кроличья нора. После первых четырех ходов возникает 300 миллиардов возможностей. Это может свести тебя с ума. Вы его научили так играть? Он научился сам. Если отобрать фигурки, он все равно продолжает играть мысленно днем и ночью. По-моему, у него колоссальный потенциал. Американский вундеркинд Бобби Фишер стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. И что же дальше? Я хочу сыграть с русскими. Они лучшие в мире, и я хочу их победить. Фишеромания захватила страну. Наш гость – мистер Бобби Фишер. Мистер Фишер. Вы патриот? Есть люди в верхах, которые заинтересованы в любом соперничестве с русскими. Меня не интересует политика. Вы единственный в стране, кто может бросить им вызов. Бобби Фишер в Исландии готовится к поединку с чемпионом мира Борисом Спасским. Это будет шахматный аналог поединка боксеров в тяжелом весе. Я сыграю только при соблюдении всех моих условий. Минимум 1.5 метра между мной и зрителями. Иначе я будто слышу их мысли. У Бобби большие проблемы. У Бобби признаки паранойи и острого психоза. Эй! Я тебя уничтожу! Я тебя уничтожу! Идет война. Идеологическая война. Бедный парнишка из Бруклина против целой Советской империи. Ты плохо выглядишь, Роберт Джеймс. Они все против меня! И русские, и евреи! Мы евреи. Бобби еврей. Чем вы промыли ему мозги, что он несет этот бред? Людям всегда кажется, что есть много возможностей, но на самом деле выхода нет. Бобби! Он может сломаться. Бобби? Он не сломается. Он взорвется. Начинать взвешивание. Эш, сними трубку! Алло. Где он? Скажи, что я уже еду. Он на велике. Нет, дура, я про вес. Что с весом, Винни? Я еду. Скоро будет. У меня сюрприз для тебя. 53 килограмма, ровно. Завтра тебе конец. Я сломаю тебя полностью. Что-то. Давай, Винни! А, он выиграл! Он его вырубил, вырубил! Мне сейчас только хлопья к завтраку и Red Bull рекламировать. Дрейк! Мартин Скорсезе представляет. Сегодня вечером пазманский дьявол был доставлен в окружную больницу с переломанной шеей. Если позволите сделать операцию, я гарантирую, вы снова будете ходить. А на ринг я выйду? Винни. Операции не будет. При такой серьезной травме один удар, одно падение. А-а-а! Любое неверное движение, и ваш позвоночник оторвется. Все должно было быть не так. Да, я знаю. Жизнь продолжается. Мир не ограничен рингом. Меня бесит, что со мной говорят так, будто я сдох. Я буду снова драться. Нет, не будешь, Винни. Фильм основан на реальной победе. Винни, нет. Нет.
Ты не умеешь сдаваться. Я прекрасно умею сдаваться. Знаешь, что пугает меня? Что это так просто. Брось, это безумие. Один из лучших фильмов года. Все плохо, Анжела. Сделай что-нибудь. Твою! Я не могу больше смотреть, как ты себя мучаешь. Это не предел. Я способен на большее. Майлз Теллер. А теперь иди и покажи, что ты можешь. Аарон Экхарт. Покажи, как ты живешь. Покажи, как дерешься. Покажи, кто ты. Базманский дьявол. Настал решающий момент для всей страны. Народ не мог забыть позора поражения на чемпионате 1950 года. Я добуду кубок для Бразилии. Обещаю. Джинго, если хочешь стать мастером, ты не должен стыдиться своих корней. Смотри-ка, босяки пришли! Оттачивай технику. Остальное придет. Как ты смотришь на то, чтобы сыграть за Сантос? Ему всего 15. Он никогда не покидал даже Бууру. Стиль Джинго может и хорош в матчах за Сантос, но на мировой арене он долго не протянет. Я не могу играть как все. А кто сказал, что ты должен играть как все? Лучше найди в себе смелость и покажи, на что ты способен. Хотя тебе только 16, ты теперь в ответе за честь всей страны. Все жаждут увидеть его восхитительный стиль! Вперед, парни! Ты должен вдохновить команду, чтобы она поверила в победу. Настало время, Пеле. Я не могу гарантировать нашу победу, но мы покажем красивую игру. Стране нужны чемпионы. Как напоминание, на что мы способны. Джесси, ты лучший. Ты самый быстрый человек на Земле. Кто это у нас тут? Я Джесси Оуэнс. У тебя дар. Но одного дара мало. Бегать ты умеешь. И прыгать, черт подери, тоже. Но я хочу знать, способен ли ты победить. Что ж, посмотрим. Пошел! Все нормально, тренер? Да. Мне повторить? Да. Хочешь выиграть золотую медаль? Конечно. Как насчет Берлина? Мистер Оуэнс, как вы можете оправдать свое выступление в Германии, когда в Америке столько дискриминации? Вау-вау-вау! Вы куда это намылились? Душ принял. Придется погулять, пока мы не закончим. Джесси, у тебя есть шанс нанести им мощный удар. Пока Гитлер у власти, мы не должны участвовать в Олимпийских играх. Чтобы проявить солидарность с угнетенным народом Германии. У тебя есть шанс войти в историю, и ты готов его упустить? Люди ждут, что я подам пример. Мне на все это глубоко наплевать! Но ты белый, Ларри! Тебе не понять! Люди рассчитывают на тебя. Но что я могу? Поехать в Берлин и сделать этих наций. Ты рожден бегать, не слушай никого.
На дорожке нет черных или белых, есть только быстрые и медленные. Ничто не важно, ни раса, ни деньги, ни даже ненависть. И эти 10 секунд ты абсолютно свободен. А вот теперь он уже красуется.